Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии с информационным выпуском Умар Тикеев. Коротко о некоторых событиях. Карачаево-Черкесия отправит 50 тонн гуманитарного груза для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии. Фермеры Карачаево-Черкесии наращивают молочное и мясное производство. В Карачаево-Черкесии пройдет большой благотворительный телевизионный марафон «Все для победы». Республика завершила марафон открытия первичных отделений движения первых. Далее об этих и других темах подробнее. Карачаево-Черкесия завершила марафон открытия первичных отделений движения первых, новой масштабной молодежной организации, которая объединит под своим началом тысячи школьников и студентов со всей России. Ценности движения, как отметил президент страны, дружба, патриотизм, справедливость и взаимопомощь. В республике ячейки движения открылись в каждом учебном заведении, в том числе в Центре дополнительного образования детей и молодежном центре «Моя карьера», а также на базе всех средних профессиональных и ведущих вузах Северокавказской государственной академии и Карачаево-Черкесском госуниверситете. Старт дан, а это значит, что впереди нас ждет много интересных, ярких и познавательных проектов. Уверен, наши дети покажут высокие результаты и будут в числе тех, кто сделает все возможное для процветания своей малой родины и всей России, написал в своем официальном телеграм-канале руководитель республики Рашид Тимрезов. На 45-й сессии Народного собрания Карачаево-Черкесии парламентарии приняли решение внести изменения в закон о выплатах из материнского капитала. Расширен перечень направлений, на которые можно будет потратить средства, выделенные на 4-го и усыновленного ребенка, не дожидаясь достижения им 3 лет. Информацию комментирует председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике Народного собрания Хасан Хубиев. Вносим изменения, что независимо от срока давности использовать при покупке товаров и услуг для социальной реабилитации детей-инвалидов. Еще на образовательные услуги, оказываемые учреждениями, которые находятся на территории Карачаево-Черкесской республики. Также с этих средств можно погашать вот эти проценты кредитов при строительстве или приобретении жилья. То есть мы перечень вот этот указываем точно, которые можно использовать, не ждать 3 лет, независимо от срока. И в продолжении темы. В 2 чтениях одобрен законопроект, расширяющий список льгот участникам специальной военной операции. В настоящее время наиболее остро стал вопрос о разъяснениях прав и обязанностей мобилизованных граждан, граждан, участвующих в специальной военной операции и членов их семей. Для данных категорий лиц важное значение будет иметь своевременное предоставление бесплатной юридической помощи, прокомментировал решение парламентариев председатель Комитета по законодательству и государственному строительству Народного собрания Владимир Умалатов. Я думаю, это наиболее актуально будет для семей, которые хотят знать, где, какие условия оказания, значит, поддержки, что должны получать, какие компенсации, какая заработная плата. То есть очень много вопросов, и люди, в принципе, сейчас будут иметь возможность обратиться конкретно высококвалифицированным нашим юристам, которые работают в бюро, и получить квалифицированную юридическую помощь. Я думаю, это будет большая такая социальная поддержка для ребят, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции. Карачаево-Черкесия готовит к отправке 50 тонн гуманитарного груза для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии. Сейчас в республике завершается формирование груза. В него вошли 500 электрических обогревателей, генераторы, бытовые принадлежности, термосы, посуда, 600 комплектов постельного белья, 600 матрасов, 900 одеял, около 100 палаток, спальни, мешки, средства личной гигиены и 10 наименований продуктов питания, около 1000 упаковок памперсов, 2000 упаковок детского питания, а также детская, взрослая и теплая одежда. Особое внимание уделено лекарствам. В соответствии с запросом Минобороны в комплект гуманитарного груза приобретено около 30 наименований медикаментов, всего более 5000 упаковок. Только через Ассоциацию благотворительных организаций Карачаево-Черкесии «Во благо» жители региона собрали пострадавшим от стихии около 3 миллионов рублей, а также приобрели почти 4 тысячи единиц товаров первой необходимости.
Карачаево-Черкесия отправила ученикам Старобельска Луганской Народной Республики современный компьютерный класс, 16 комплектов компьютеров, интерактивную доску, лазерный принтер, проектор и компьютерные столы со стульями. Груз отправлен в соответствии с соглашениями главы Республики Рашида Тимрезова и исполняющим обязанности главы администрации Старобельского района Александром Гончаровым. В текущем году в Карачаево-Черкесии будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор». С 2018 года в Карачаево-Черкесии по этой программе для работы в сельской местности был привлечен 141 врач. Об этом рассказала начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Инна Пономарева. Программа «Земский доктор» на территории нашей республики реализуется с 2012 года. Потом у нас был перерыв в республике, и снова мы приняли участие с 2018 года. Вот с 2018 года по сегодняшний день у нас принят 141 врач в сельскую местность. С 2018 года у нас идет софинансирование 94/6. То есть республика дополнительно дает 6%, а федерация дает 94%. Программа «Земский доктор» она улучшает доступность и оказание медицинской помощи. То есть в сельскую местность направляются узкопрофильные врачи, не только терапевты, педиатры, участковые, но и также врачи и офтальмологи, и, может быть, где-то анестезиологи, фтизиатры, узисты. Все то, что необходимо непосредственно людям, чтобы была доступность оказания медицинской помощи. В 2022 году производство молока в Карачаево-Черкесии увеличилось на 2,5% по отношению к предыдущему году. В количественном соотношении на долю молока за указанный период в хозяйствах всех категорий республики составили более 200 тысяч тонн. Прирост обусловлен увеличением высокопродуктивного скота. На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах составляет 149 800 голов, в том числе маточное поголовье 72 тысячи. В преддверии Дня защитника Отечества 22 февраля в 14 часов в эфире телеканала «Архыз-24» стартует большой благотворительный телевизионный марафон «Все для победы». Организатором выступает Единый республиканский штаб по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей при главе Карачаево-Черкесии в рамках проекта Народного фронта «Все для победы». Марафон направлен на поддержку военнослужащих нашей республики, участвующих в выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Все собранные средства пойдут на закупку дополнительного военного снаряжения, обмундирования, продуктового обеспечения и тактической спецтехники. Блогеры из разных регионов России могут посетить Карачаево-Черкесию в рамках блок-тура «Жемчужина Кавказа». Открыта регистрация на участие в нем, в рамках которого в течение 5 дней популярные блогеры России ознакомятся с культурным многообразием, национальным колоритом и природными достопримечательностями Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Принять участие в проекте могут желающие из разных регионов страны с аудиторией в социальных сетях от 5000 подписчиков. Будут выбраны участники с максимальным количеством реальных фолловеров, выполнившие творческое задание. В их число войдут 12 наиболее популярных блогеров из 12 регионов России с общим количеством подписчиков более 1 миллиона человек. В Карачаево-Черкесии проходит региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». 12 учителей, победителей муниципальных этапов конкурса, покажут свое профессиональное мастерство в конкурсных испытаниях первого тура «Урок» и «Методическая мастерская», которые проходят на базе гимназии номер 16. Информацию комментирует заместитель министра образования и науки Фатима Бекежева. Участники в стенах гимназии номер 16 будут демонстрировать свои лучшие уроки. После этого жюри также будет оценивать педагогическое мастерство каждого учителя. Эти два этапа будут проходить в стенах гимназии номер 16 3 дня. После этого будут подведены итоги и торжественное объявление победителя.
За месяц с момента вступления в силу закона о едином пособии данная мера поддержки назначена родителям более 18 тысяч детей и 991 беременной женщине Карачаево-Черкесии. В общей сложности им перечислено более 164 миллионов рублей. Для постепенного перехода к единому пособию семьи Карачаево-Черкесии продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие. Карачаевский районный суд рассмотрит дело 56-летней местной жительницы, которой вменяют мошенничество, служебный подлог и злоупотребление полномочиями. Информацию комментирует старший помощник прокурора республики по связям со СМИ и общественностью Елена Дармограева. По версии следствия, обвиняемая, являясь директором одной из школ сельских поселений Карачаевского района, в период с 2016 года по март 2022 фиктивно трудоустраивала на работу в школу граждан. При этом ею составлялись поддельные документы, на основании которых необоснованно начислялась и выплачивалась заработная плата. Таким образом, из бюджета района были похищены денежные средства на сумму свыше 2 300 000 рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Карачаевский районный суд. Аудиолекции Банка России по финансовой грамотности впервые зазвучали на национальных языках Карачаево-Черкесии. Все материалы размещены в специально созданном разделе на официальном сайте ГТРК Карачаево-Черкесия. Информацию комментирует заведующий сектором отделения Банка России по Карачаево-Черкесии Индира Алботова. Как уберечь свои деньги от мошенников, выбрать кредит и правильно рассчитать свои силы? Что делать, если у вас украли банковскую карту? Полезную информацию по этим и другим темам теперь можно прослушать на карачаевском, черкесском, абазинском и ногайском языках. Перевод аудиолекции на национальные языки – это совместный проект регионального отделения Банка России и телерадиокомпании ГТРК Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесском историко-культурном и природном музее-заповеднике открыта для посещения экспозиция «Дом музыки». Она создана из материалов фондов музея-заповедника и музыкальных инструментов, подаренных музею частными лицами. Особый интерес, по словам сотрудников музея, представляет фотодокументальный материал об известных музыкантах, композиторах, певцах, стоявших у истоков развития музыкального искусства Карачаево-Черкесии, рассказала заведующая сектором современной истории Государственного музея-заповедника Ирина Джигутанова. Музыкальные инструменты карачаевцев, черкесов, абазин, нагайцев, изготовленные местными мастерами, флейты, скрипки, барабаны, трещотки, национальные гармоники и музыкальные инструменты, бытовавшие в семьях жителей Карачаево-Черкесии, физгармония, колесная лира, балалайки. Также представлены афиши, рекламирующие значимые события в культурной и музыкальной жизни народов Карачаево-Черкесии. На российских экранах большая премьера. В широкий прокат вышел фильм Сергея Урсуляка «Праведник». Это реальная история о том, как советский офицер совершил настоящий подвиг. Вместе с партизанами он вывел из Долгиновского гетто более 200 евреев, обреченных на смерть в фашистском плену. С героями картины зрители проживают целую жизнь, в которой переплетены самые разные эмоции. Помимо драматического сюжета, внимание зрителей привлекает звездный состав. В главных ролях Александр Яценко, Константин Хабенский, Федор Добронравов и Сергей Маковецкий. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщениям синоптиков, завтра по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду, в горах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3-8, в горах местами до минус 6, на дорогах гололед, в горах Карачаево-Черкесии лавиноопасно. В Черкесске без существенных осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду, утром на дорогах местами гололед, а столбик термометра поднимется до 5 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России Карачаево-Черкесия. До новых встреч!